Сегодня, братья и сестры, столько братья знают. Сестры знают, голова большая. Нет роста духовного. И ты гребешься все в мусоре, в мусоре. А ты должен быть, аминь, этой птицей, как написано, поднимет крылья, как орлы. Аллилуйя. Хоть кухни не устанут, аминь. Пусть тебе манит небо, аминь. Небо голубое, аминь. Аллилуйя. Разницы нету у Бога, что исцеляет. Или маленький черак появился, или не рак. Бог все исцеляет, аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу, аминь. Отплыви на глубину, закинь твои сети, Сима, и ты поймаешь большое множество рыбы, аминь. Аллилуйя. Брат и сестра, с этого вечера отплывай на глубину, аминь. Аллилуйя. Драгоценные слова Господа Иисуса Христа, они разливаются еще по всему свету. Пришествие Христа наближается, и мы стоим перед самым пришествием Христа. Аминь. Нам даровано видеть это последнее время. И как никогда Церковь Господа Иисуса Христа, мы должны быть готовые, чтобы встретить Его не как грозного судью, а как личного своего Спасителя. Аминь. Аллилуйя. В свое время Бог сказал Иеремии такие слова: Иеремия, конец твой будет хорош. Аминь. Кто желает, чтобы на этом месте, братья и сестры, и в синей жизни нашей был конец хорош, а? Все мы желаем. Аллилуйя. Слава Богу. Чтобы был конец наш хорош, братья и сестры, мы не должны обижаться на проповедника или на братьев. Может, они обличать будут. Может, я буду. Но это конец твой, чтобы был хорош. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Старушка, старец, седина, молодых, преклонных или так, средних, молодежь. Все вы заботитесь, чтобы ваш был конец хорош. Аминь. И, может быть, из-за этого Бог прислал сюда этих украинцев, чтобы конец был чьё-то хорош. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Уже 2 часа идет собрание. Братья спрашивают, вы не утомились? Нет. Аминь. Аллилуйя. Братья и сестры, я почитаю Слово Божие. Оно что-то мне скажет, и тебе, и каждому из нас. Я ее не выбирал. Господь положил мне на сердце сказать. И если Бог позволит, мы будем у вас завтра на одном собрании, на втором собрании. Я буду говорить о Духе Святом. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Я читаю одну притчу Господа Иисуса Христа. Не обижайтесь на меня. Написано это притча Евангелия Матвея, 13 глава, 47 стих. Еще подобно Царству Небесному не буду закинутому в море, захватывающему рыбы всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег, севши, хорошие собирали в сосуды, а худые выбросили его. Так будет при кончине века. Изведут ангелы, отделят злых из среди праведных. Подобно бы царство неводу. Вот ты, сестра и брат, и все вы попали в этот невод. Молодежь, все вы попали в этот невод. Но вот этот невод будет вытаскиваться. Аминь. Аллилуйя. Вытащили, и вот будет перебор рыбы. Будет перебирать рыбу. Какая это рыба? Цель моей проповеди, братья и сестры, сегодня, чтобы мы все знали, какая я рыба. Хорошая или худая? Не будете на меня обижаться? Друзья дорогие, я буду
Завтра проповедую Слово Господне, Бог мне уже сказал. Проповедую Слово Божие, как церковь войдет в невесту. Аминь. Аллилуйя. Друзья, дорогие, хорошая рыба. Где она плавает, а? На глубине, говорят, да, слава Богу. Написано даже от Матвея, мы читаем от Луки, тоже Господь говорит к Симону: Симон, отплыви на глубину и закиньте ваши сети. Хорошая рыба плавает на глубине. Мелкая рыба, худая рыба, она болтухается в муле, илу и при берегу. Друзья, дорогие, что же глубокие воды? Аминь. Христос сказал: кто верит в меня, что чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе Святом. Аминь. Аллилуйя. Религия, обряд, форма, деминация не спасет человека. Аминь. Только Дух Святой, сила Иисуса Христа, благословение Господне спасет тебя. Аминь. Аллилуйя. Не воинством, не каким оружием, но Духом Святым Бог спасает. Аминь. Аллилуйя. Худая рыба, братья и сестры, она все при берегу. Конечно, ваша страна, страна не морская, но Украина морская страна. И вот там, при берегу Черно-Азовского моря, если вы были там, вы можете идти пешком по Азовскому морю и можете где-то полкилометра уйти в море и слышите, что-то у вас под ногой шевелится. Что-то за рыба. Вы нагнулись и ее поймали. Что это за рыба? Худая. На ее назвать эту рыбу бычок. Представляете? И он есть у вас в магазинах. Что же этот бычок представляет? Голова большая. Очи выпуклые. Туша очень коротенькая. И дальше хвост пошел. Больше ничего нету. Сегодня, братья и сестры, столько братья знают. Сестры знают, голова большая. Вот что. А туловище маленькое. Нету роста духовного. Братья и сестры, я хочу сказать, нету духовного роста. Церковь Господа Иисуса Христа. Будь даром исполнена благодатью неба. Аминь. Аллилуйя. Как написано в Писании, шепчут реки воды живой. Аминь. Текут из нашего чрева реки воды живой или нет? Или мы на все идем по лодыжку, по лодыжку, всю жизнь по лодыжку, и мы являемся этой худой рыбой, этим бычком. Знаю. Можно сказать, кто-то другой скажет. Я знаю, что он должен был пробивать. Я знаю, что Боже, от корки до корки. А роста нет. Таких бычков много производилось в сердцах. Очень много, друзья дорогие. Но сегодня Господь желает, чтобы ты была на глубоких водах. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Большая рыба любит глубокие воды. Аминь. Аллилуйя. Есть птицы, и их две породы. Есть одни только в их выпусти. Они целый день гребутся в мусоре. Целый день. Мусор давай им, мусор, и мусор, и мусор. Но есть еще одни птицы. Они летают под небесами. Аминь. Аллилуйя. Они гнезда свои делают на скалах. Их манит голубое небо. Аминь. Прекрасное небо. Их манит, и вони в жизнь свою все под небесами. Аминь. Аллилуйя. Что тебе сегодня манит, братья и сестра? Аминь. Вот ты сегодня бизнес развел, и что-то другое развел, и богатство, вот тебе коттедж большой, и ты гребешься все мусоре, мусоре. А ты должен быть, аминь, этой птицей, как написано, поднимет крылья, как орлы. Аллилуйя. Потекут не устанут. Аминь. Пусть тебе манит небо. Аминь. Небо голубое. Аминь. Аллилуйя. Я люблю, когда псалом поют «Небо голубое». И вы поете этот псалом, а? Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аба Отче! Друзья дорогие, почему нужен нам сегодня Дух Святой? Как никогда Он нужен для нас! Почему?
Потому что Дух Святой будет поднимать Церковь Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Я вас привожу до того, что на этом месте Он присутствует, Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Я вас уведомляю, что каждый квадратный сантиметр этой жилой площади молитвы дома наполнены Духом Святым. Аминь. Вы это верите? Аллилуйя. Вы это верите? Что возле тебя Он есть. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Он оживляет сердца. Братья и сестры, не падайте духом. Для того я сказал о худой рыбе, чтобы вы завтра пустить вас в эти глубокие воды. Аминь надо. Аминь. Аллилуйя! Чтобы вы больше не были этим бичком, а чтобы вы плавали в глубоких водах. Аминь. И можно стало Божьей благодати, благодати, благодати и в силе Божьей. Аминь. Аллилуйя. Чтобы вы любили молиться. Звайте Господа. Молиться и вопияйте Господа. Аминь. Аллилуйя. Если можно молиться, Бог благословит благодатью неба. Однажды я был в Австралии. И вот там церковь. Холодная церковь, как лед. Я проповедовал один, вторую проповедь, третью проповедь. Ничего. Я упал в своей квартире. Говорю, Господи, зачем Ты сюда меня привел? Они смотрят в окна. Они выходят на улицу гулять. Снова заходят на собрание. Я это не могу выдержать. Господи, не могу выдержать. Что делать, Господь, скажи мне. И я пошел в выступление. Бог взял мне выступление. Я уже не помню, я на колено не стою. И я возле большого океана нахожусь. И вижу далеко-далеко плывет, плавает айсберг. Большой ледовик, как большой дом. Слышь, голос, сын мой, что ты видишь? Я вижу айсберг. Большой ледовик. Вот это есть церковь. О, Господи! А что сделать? А Господь скажет, а ты должен разбить этот айсберг. А чем? А Господь скажет, что ж ты проповедуешь, собирая свои темы? Ты проповедуешь то, что я буду говорить, аминь. Тогда ты ее разобьешь. Ага, Господи, прости. Каюсь, начинаю плакать. Прости, Иисус. Я буду только проповедовать то, что ты говоришь. И первое собрание уже после этого. Я уже молюсь, Господи, какая тема? Господь говорит, такая-то тема. Говори. Я говорю, ничего. Дошел до 10-й проповеди уже. Недели уходят. Ничего. Но я верю. Бог сказал, что этот айсберг, он разобьется. Аминь. Аллилуйя. Бог на 11-й проповеди говорит, сын мой, скажи слово мое за две струи моей благодати. Там написано Иезекииля, знаете, две струи. А что говорить? Я уже все славу ловлю, чтобы говорить. Что говорить? Это слова Божьи, не мои будут. Я стал говорить, вижу, люди встали. Но думаю, мабуть, меня уже будут бить сейчас. Вот. Сейчас дадут мне. Или будут уходить молитвы дома. Вот я допроповедовался. И все. Но вижу, идут все наперед. Ага, значит, меня все идут бить. И все. Ну, пускай бьют. Но вижу не то. Все вышли наперед и упали на колено. И стали сильно рыдать. Служитель покинул свое место, тоже пошел народ там рыдать. Господи, слава Тебе. Я говорю, Господи, слава Тебе, аллилуйя Тебе, Иисус. И встает служитель, молились, где-то около часа рыдали и говорит. Те слова, которые мне Бог сказал в этом сновидении. Ну что, братья и сестры, дождались теперь. Дух Святый нас разбил полностью уже. Ничего у нас не осталось. Аминь. Аллилуйя. Осталось плакать и рыдать, и рыдать. Аминь. Аллилуйя. В понедельник будем приходить рыдать сюда, плакать. Приезжают, на удивление, рыдают. Плачут, два часа рыдают, все. Все собрание рыдает. Рыдали, три часа плакали. Говорит, служитель так,
В среду будет стена плача. Будем дальше плакать. Плачут в среду. В среду приехали все, собрались и плачут, и рыдают. Ходят по собрании, ищут один одного, и они начинают примиряться. Действие Духа пошло. Аминь. Аллилуйя. Когда это сделали, и когда начали дать, плакать, рыдать, примиряться, просить прощения Господа, стал Дух Святый действовать. Аминь. Аллилуйя. Зашла сила Божия на исцеление, на крещение Духом Святым. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Дух Святой, Он имеет большую силу. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Однажды мы проповедовали в Николаевской области. Я был у пастора, служителя на квартире, и ему зазвонил телефон. Он говорит: брат Дмитрий, подойди к телефону, тебя спрашивают. Я подошел, кто спрашивает меня? Я православный священник. Я прошу вас, придите в мою православную церковь. Будете проповедовать Слово Божие. Будете молиться за больных, я всех соберу, со всех сел. Соберу учителей, соберу врачей. Будете молиться за всех, за исцеление, но будете проповедовать Слово Божие, чтобы не крали, не пили, а молились о Духе Святом, создаем иных языков, чтобы на них сошел Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слышите? Православный священник. Друзья, дорогие, я так хочу сказать это. Господь сказал, если вы умолкнете, то что? Камни усыпью, да. Да, братья и сестры? Камни усыпью. Сестра, брат, может, ты в религию ушла, обряд, форму, Бог найдет, аминь. Там найдет Бог православного, пьяницу, или, может быть, какую-то беззаконницу, или какую-то грешницу, она покается и будет служить Богу, аминь. А где мы будем? Друзья, дорогие, может, вам интересно, что там я делал на этой церкви, да? Мы когда подъехали, там было полно народа, и на улице стояли. Везут больных и на лошадях, на машинах, и несут, и ведут. И Бог после проповеди явил свою силу. Аминь. Православной церкви. Аминь. Стал Бог исцелять. Стал Бог благословлять. Батюшка говорит: Дмитрий, Дмитрий, смотри. Я видел бесов, сколько вышло из моих верующих. Это ужас. Бог показал ему видение. Падает на колени, только крест стучит по полу. Молись за меня, чтобы меня Бог благословил. Аминь. Аллилуйя. Братья и сестры, у твоем сердце должен действовать Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Но если ты являешься этой мелкой рыбой, плохой рыбой, сегодня воззови до Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Может быть, твой день сегодня останний вечер, а дальше Бог заменит тебя другой сестрой, другим братом, который будет знать Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь. Аллилуйя. Может, тебе грех, беззаконие есть, оно скрытое, никто не видит, но Бог знает. Аминь. Аллилуйя. Может, ты связана бесами, может, ты не можешь молиться, сатана тебе не дает молиться. Сегодня Бог дает тебе свободу. Аминь. Аллилуйя! Дух Святой на всяком месте, на этих балконах Дух Святой действует. Аминь! Аллилуйя! Душа твоя, дух твой трепещет, это знаешь, что тебя коснулся Господь. Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Хвала Богу! Если ты не наполнялся Духом Святым, если ты только пришла, только послушать, и как написано, если бы ты был горяч и голоден, я бы знал, как поспи с тобою, но ты теплый. На теплое место все садится. Разные мухи, насекомые, пауки садятся на теплое место, греются. А на горячее что-нибудь сядет или нет? Нет. Ничего. Аминь. Аллилуйя. Пусть ваши сердца будут сейчас горячие. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Сила Божия, Дух Святой, Он действует в нашем сердце. Аминь. На этом собрании Дух Святой наполняет. Аминь. Аллилуйя. Именем Иисуса Христа мы взяли все бесовские силы, чтобы не препятствовали молиться тем, которые не могли молиться. Аминь. Аллилуйя.
чтобы всегда наполнение было Духом Святым Твое. Аминь. Аллилуйя. Ты получишь освобождение, ты получишь благословение, ты получишь радость и мир. Господи Иисусе Христе. Аллилуйя. Слава Иисусу. Друзья, дорогие, я видел многих и разные тысячи исцелений на разные болезни. Но я не так радуюсь этими исцелениями, как радуюсь, что душа радуется. Аминь. Аллилуйя. Она нашла мир в Боге. Молитва ее открыта. Аминь. Аллилуйя. Идет в небо. Открытое для нее небо. Аминь. Аллилуйя. Свобода. Аминь. Христос сказал, если Сын ваш человеческий освободит, то вы истинно будете свободны. Аминь. Аллилуйя. Ты будешь свободен от наркомании. Ты будешь свободен от пьянства, от курева, от всякого греха, беззакония. Ты будешь свободен сегодня, потому что Дух Святой освободит тебя. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Всякий грех, который ты возненавидел, это означает, что уже Бог просил тебя. Аминь. Аллилуйя. Друзья дорогие, грешник называется грешником тогда, когда он не кается, а грех делает с ненасытимостью. Аминь. Это называется грешник. Друзья дорогие. А праведник грешит, тоже грешит, но он кается. Аминь. Аллилуйя. Вот это праведник. Аминь. Я желаю, мое сердце желание, чтобы были сейчас все праведники. Аминь. Аллилуйя. Аминь. А Отче, вырвать всех с ада, с происходней, именем Господа Иисуса Христа Назарея. Недавно хоронили одного человека. Он умер от водки. Но он но раскаялся. Он выходил в церковь, каялся, но это делал, и каялся, и все это делал, и повторял эту греховную свою жизнь. Когда он умер, я на кладбище говорил. Всем говорил, которые сошлись на улице людям, верующим, неверующим, православным, католикам, слушайте сюда. Мы хороним верующего человека. Верующего человека. Очень верующего человека. Мы ее хороним. Аминь. Но самое главное, он опоздал с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Я хочу сказать, что в аду все верующие. Там нема никого неверующего. Но они все опоздали с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Сатана, написано, тоже верит. И трепещет. Да еще и пал на колени, каже, умоляю тебя, Сын Божий, не мучай нас. Он еще умеет умолять. И молиться умеет. Сатана, братья и сестры, сегодня ты не должен опоздать с покаянием. Аминь. Аллилуйя. Я не буду говорить, приходите сюда, и тому подобное. Твое общение будет с Богом сейчас. Аминь. Аллилуйя. Ты должен закрыть плотно глаза свои и плакать. Господи, яви мне спасение Твое. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Но и, может быть, пришли, чтобы исцелиться от своей болезни. Друзья дорогие, я верю 120%, что вас Бог всех поисцеляет. Аминь. Аллилуйя, слава Иисусу. Но самое основное, чтобы ваша душа была свободна. Аминь. Аллилуйя. Чтобы вы были независимы от сатаны. Чтобы мали мир с Богом. Чтобы были вы в этих глубоких водах благодати неба. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда ангел сходит с неба, и вы попали в хорошую рыбу. Аминь. Аллилуйя. Чтобы не было этим бычками, друзья дорогие. Однажды братья обступили меня. Говорят, то задают вопросы. Они богословы, бакалавры, старые и так дальше. А я сказал, братья, я вам истолкую притчу о неводе. Аминь. Когда я им это рассказал, все разошлись, и никого не стало возле меня. Друзья дорогие, братья, что мы сегодня должны понять. Бог ищет тебя. Аминь. Аллилуйя. Он нашел тебя для спасения. Аминь. Для жизни вечной. Слава имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Он, тот Господь, победил ад, победил преисподнюю, Он победил все духа сатанинские, победил. Он восторжествовал над победою. Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Он восторжествовал с великой победою, и сегодня Он отнял сатане всякую власть.
отнял от сатаны. И мы сегодня свободны. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я уже говорил в этом вынесе, когда привезли одну сестру, она была занята бесом. А я спросил, как твое имя? Он говорит, имя мое Лигом, я сильный. Ага. Я говорю, слушай, Леон, ты знаешь Иисуса Христа, Сына Божия? Знаю, Его знаю. Он мне много зла сделал. Каково зла тебе сделал? Он взял людей от меня, отделил, назвал своими, и я к ним не имею дела. И знаете, у меня укрепилась вера. Друзья, дорогие, вера у меня укрепилась, когда он так сказал. Но он потом говорит еще, слушай, слушай, ты слуга Господа, но посмотри на вашу молодежь, какие одежды ходят, как она не боится слов Господа, Бога своего, как она грешит. Вот одежда эта, в нее мои одежды. Этому я стал скорбеть. Аминь. Аллилуйя. Братья и сестры, друзья дорогие, мы сегодня хочем спасения. Аминь. Аллилуйя. Хочем иметь жизнь вечную. Но как часто надоедает эта религия, эти формы, эти обряды, разные и скучные служения. Но Дух Святой хочет радовать твое сердце. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Аминь. Да Дух Святой, там свобода. Аминь. Аллилуйя. Там нема тесноты. Там радость, там тишение. Там хочется петь, хочется молиться. Хочется имя Иисуса Христа. Свобода. Аминь. Аллилуйя! Если нет у тебя свободы, сейчас будет у тебя свобода. Аминь. Ты поверь одно, что бесовские силы, которые есть в тебе, они связаны. Аминь. Аллилуйя! Над тобою они сейчас не имеют никакого действия. Аминь. Власти. Аминь. Их отнята власть имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Ты должен быть свободен на этом месте. Аминь. Аллилуйя! Во время молитвы ты только скажи: Иисус, я призываю имя Твое, сильное, всемогущее. Я веру в Твои пронзенные руки, аминь, Твои страдания. Я принимаю Тебя как личного Спасителя. Аллилуйя Тебе, Иисус, и Ты освобождаешься, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Может, тебя болезнь рак, туберкулез, кости, суставы, щитовидка. И уже ты замучился, уже, как эта женщина все отдала врачам. А дальше что делать? На этом месте ее врач, врачей. Аминь. Аллилуйя. Хирург, специалист по невозможному, Иисус. Аминь. Аллилуйя. Вы верите это или нет? Аминь. Аллилуйя. Я еще раз говорю. Он хирург, специалист по невозможному. Аминь. Аллилуйя. Он пришло время, на Худоносор взял, без скальпеля взял, желудок заменил. Какой? Животное отдал. Взял сердце. Забрал, дал звериное. Вот и все. И кушает эту траву, как вол. Кто это может сделать? Наш Господь. Аминь. Аллилуйя. А мы сейчас не имеем веры. Вот желудок болит. Вот женские органы все болят. Вот голова болит. И мы ходим на это место и врач врачей. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, я знаю, что есть на этом месте больные. И на этом балконе, на этом балконе. И здесь есть больные, в зале есть больные. Я верю, что Бог исцеляет, потому что Бог не открывает. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Вы приходите, идите в страх Божий. Аминь. Аллилуйя. Он придет к тебе. Но вы не смотрите на этого Дмитрия, друзья дорогие. Я такой, как вы, друзья дорогие. А может, еще и простее вас. Друзья дорогие, я никогда не одеваюсь, как люди одеваются. Потому что я ползаю на коленях за этими бесноватыми. И я никогда не могу одеться, как люди одеваются. И сейчас меня жена упрекает. Как ты оделся? Почему ты оделся не по форме и так дальше? Я говорю, слушай, какая разница тебе? Лишь бы бесы меня боялись. Аминь. Как я оделся? Лишь бы сатана убегал от меня. А одеяние молчи там. И не говори за это все. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Аминь. Аллилуйя. Я могу сказать вместо Зелиею. Я слышу шум дождя. Аллилуйя. Я слышу шум дождя. Аллилуйя, аминь. Я слышу шум дождя.
пришел сатана в трепет. Аминь. Бесы ее пришли в трепет. Аминь. Аллилуйя. Потому что идет победа Господа. Аллилуйя. Аллилуйя, идет победа Господа. Аллилуйя, аминь. А вот же, мы молимся за массу исцеления, аминь. Аллилуйя, мы молимся за массу крещения, за дрия. На высоком месте Господь, аминь. Там возле дверей Господь, там на балконе есть Господь. Там после тебя, после стенки есть Господь, аминь. Аллилуйя, слава Иисусу. Хвала Богу, аминь. Аллилуйя. Разницы нету у Бога, что исцеляет. Или маленький черак появился, или рак. Бог все исцеляет, аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу, аминь. Отплыви на глубину, закинь твои сети, Симон, и ты поймаешь большое множество рыбы, аминь. Аллилуйя. Брат и сестра, за это вечера отплывай на глубину, аминь. Аллилуйя, хватит тебе быть этим бычком, аминь. Аллилуйя, отплыви на глубину отплыви. Ты поймаешь большое количество рыбы, аминь. Аллилуйя, в тебе будет в доме благословение, в тебе жилой будет благословение, в семье твоей будет благословение. Ты будешь смотреть на шатий свой и не сорешишь, потому что ты навязал мир с Богом, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, отплыви на глубину, аминь. Аллилуйя. Молодежь, отплывайте на глубину. Аминь. Цимбалы ваши, музыка ваша должна сочитываться с благодатью неба. Аминь. Если не бойтесь Духа Святого, бросай, падай на колени, молись, чтобы Бог наполнил. Аминь. О, фалайда гешплайдес. Аллилуйя, аминь. Хвала Богу. Друзья, вы знаете, когда надеешься, Дух Святый, то смотреть прямо на задание целое, целое утешение, когда надеешься, Дух Святой, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Иисусу. Когда мы однажды молились, и вот привезли на коляске, когда сестра стоит на коляске, мы подошли, помолились, и я говорю ему, слушай, для этого молодого парня, ты будешь как римский воин. Иди. Пускай тебя везут, но завтра, позавтра уже ты будешь вставать. Пришло время, какой-то парень заходит ко мне, а я уже не познал. Что ты хочешь от меня, какая нужда твоя? Ну, брат, слушай, я римский воин, я уже на ногах стою своих, я хожу, смотрите, я римский воин, аллилуйя, слава Иисусу. О, слава Иисусу, аминь, аллилуйя. Братья, сестры, я думаю, что за эти три проповеди, которые мы будем совершать, вы должны отплыть на глубину. Аминь. Аллилуйя. Заставлю вас именем Господа Иисуса Христа отплыть всех на глубину. Хватит быть бичками, хватит. Аминь. Аллилуйя. Хватит, пришло время, и ты отплывай на глубину. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Аминь. Аллилуйя. Друзья, дорогие, что є пред Господом болезнь твоя? Аминь. Это на все ничего. Аллилуйя, аминь, аллилуйя. Разницы нету, нету. Какая твоя болезнь? Трудная, тяжелая, для Бога нет болезни. Аминь. А если бы в вашем Минске было здание, большое здание, может быть, еще больше, как ваше, а то церковь здание. И было написано, здесь принимает врач, специалист по невозможному. Аминь. Аллилуйя. Что вы делаете в вашем Минске? Аминь. Там мешками везли доллары, золото. Очередь стояла. Миллионеры были там. Ожидали этой очереди, чтобы попасть до этого врача. Специально по невозможному. Но смотрите, он есть на этом месте. Аминь. Аллилуйя. Он есть на этом месте, врач. Специально по невозможному. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Не раз враг хотел меня посадить. Она же проповедовала там, в Германии, на американских базах, где были ракеты нацелены перши на Украину. А Бог дал мне там стоять с Евангелием в руках. Проповедовать Слово Божие. Люди стояли многие. Я говорил о силе Божьей, о власти Божьей. И приходит она, молодая женщина. Вы правильно говорите это проповеднику? Я говорю, правильно. А вы отвечаете за свои слова? Я говорю, Бог отвечает. Ну вот смотрите, вы все слышите говорить, перед вами стоит женщина, смотрите, где совсем не имеет женских органов, таковых, как нужно в женщине иметь. Но я имею мужа. Врачи сказали, что никогда ты не можешь иметь детей. А я имею мужа, но я не имею нормальных женских органов.
Я хочу иметь детей. Вы уверены, что Бог всемогущий? Что вы на это скажете? А я заулыбался. Говорю, слушай, я хочу с тобой договориться за важное дело. Давай, давай договоримся. Все слушают. За какое дело? Ты мне помещай. После моей проповеди и молитвы над тобою, когда я сейчас помолюсь, 2 минуты буду молиться над тобою, и ты помещай мне, ты сразу побежишь в магазин, чтобы куплять коляску для ребенка. Сделаешь или нет? Бог тебя исцелит. Если только я помолюсь, и ты сразу же бегу в магазин, купляй все для ребенка, коляску тащи, все, все принадлежности тащи. Сделаешь или нет? Это все вы хотите, чтобы я сделала? Это совсем просто дело. А что сейчас с тобой можно говорить? Только это. Хорошо, молитесь. Я помолился и говорю, бери в магазин. Покупай. Тяни коляску, все. И я поехал на Украину, через 1.5 года приезжаю. Несет эта женщина ребенка. Проповеднику, держите в руках. Бог дал мне по вашей молитве. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь. Аллилуйя. Что Богу невозможно, братья и сестры, на всемогущий Господь. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Может, кому-то уже раз сказал, все. Все. Пришел конец тебе. Аминь. Все. Нет. Бог есть всемогущий. Аминь. Иисус Христос есть жизнь. Аминь. Аллилуйя. Там, где Он, там нет смерти. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Будучи молодым проповедником, уже молился за исцеление. И вот, на моих глазах сатана убил женщину. Я молился об изнании, как рывнула она о пол, и все, у меня перестало дыхание. Убил сатана женщину. Люди меня покинули. Все вышли из собрания. Говорят, советуются, где, откуда она, чья она, как ее уже сопровождать. А я смотрю и сижу. И думаю, что бы это значило для меня? Ну, Бог же делает работу свою, то Он не оставляет ее незаконченной. Но Он должен окончить бесстательно. О, Господи! Мой брат Петро молился за воскресенье. Мой брат Илья молился за воскресенье. Мой брат Елисей молился за воскресенье. И буду я молиться. Ты тот самый Бог со мною. Аминь. Аллилуйя. Склонил я колено и кажу, душа, я не знаю, где ты находишься, в аде или в преисподней. Но я тебе приказываю именем Господа Иисуса Христа, возвратись в это тело. Лежит она. Я снова, душа, я не знаю, где ты находишься. Я тебе приказываю именем Иисуса Христа, возвратись в это тело. Третий раз сказал. Вину за нее плечо вижу. Я понял, что-то сделалось с ней. Я, где-то у меня сила взялась, я не знаю. Я ее поднимаю, сажу уже на стул. И смотрю ей в глаза, и молюсь еще. Открываются глаза ее. Что мне говорить в моей церкви? Что было, то говори. Иду на улицу, говорю, забирайте ее. Она исцелена. Она воскресла. Она живая. Забирайте ее. Аминь. Аллилуйя. Наш Бог всемогущий. Аллилуйя, аминь. О, слава Иисусу. Хвала Богу. Я вижу, как Дух Святой идет по этих рядах. Аминь. Аллилуйя. Сила Божия осеняет вас. Аминь. Аллилуйя. Славьте Господа. Славьте Господа. Аллилуйя. Славьте Иисуса Христа. Аллилуйя. Кто я больной на этом месте? А ну, поднимите ваши руки. Правые, поднимите ваши руки. Правые. Правая сторона всегда Божия. Аллилуйя. Вижу мой, вижу на балконе, вижу. Вы верите, что сейчас будет вас Бог исцелять? Аминь. Аллилуйя. Дух Святый наполнит это место. Аминь. Аллилуйя. И мы находимся в этом месте, как рыба в океане. Аминь. Аллилуйя. Мы находимся в этих глубоких водах. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, анимай твою душу. Анимай твое сердце. Аллилуйя. Слава Иисусу. Народ Божий, вставай. Аминь. Эти руки, которые ты поднимали, ложить свои на больные места. Ложить на больные места. Ложить. На больные места ложить. Сестры, братья, ложить. Где только вам болит. Аминь.
на женские органы ложите, не стыдайтесь, что близко сидишь, не стыдайтесь, смотрите на Иисуса Христа, аллилуйя, аминь, а вот же, пред тобою Христос, Сын Божий, аллилуйя, аминь, пред тобою Царь Царей, аминь, Господин планеты, Хозяин планеты, аминь, аллилуйя, Он власть имеет над твоим телом, аминь, над твоей болезнью, аминь, слава Иисуса Христа, аминь. Ложите на больные места свои руки, ложите. Будьте послушны, закройте ваши глаза плотно, аминь. Вы сейчас что-то увидите, аминь. Вы сейчас услышите поток Божьей благодати, аминь. Аллилуйя. Сейчас будет молитва власти, аминь. Аллилуйя. Над всякими демонами, аминь. Над всякими болезнями, аминь. Над украинскими поднебесными. Дух Святый будет оценят, аминь. Аллилуйя. Хвала Богу. Слава Иисусу. Слава Иисусу! Молимся! Молимся минута! Тебе! Аллилуйя! Слава Господа! Идет исцеление! Аминь! Иисус! Именем Твоим, Иисус! Мы приказываем всякой болезни уйти! Аминь! Аллилуйя! Там, где положены руки, уйди, сатана! Аминь! А вот чем! Болезнь уйди во имя Иисуса Христа! Исчезни, сатана! Аминь! Аллилуйя! Сила Духа Святого! Аминь! Аллилуйя! Кровь Иисуса Христа исцеляет, аминь. Аллилуйя, аминь. Дух печенки уйди, аминь. Дух сезонки уйди. Дух всеженский орден уйди. Дух кишечника уйди. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Дух желудка боли уйди во имя Иисуса Христа. Рак и болезнь уйдите, аминь. Аллилуйя. Мы вас убиваем во имя Иисуса Христа, аминь. Всякие твои метастазы, всякие твои бактерии, микробы, мы убиваем имя Иисуса Христа Духом Святым. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Щитовидка, уйди. Боли сердца. Аллилуйя. Уйди. Аминь. Всякой боли. Дух всякой лукоты. Дух слепоты. Уйди во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Аминь. Аллилуйя. Народ Божий, иди победа. Аминь. Аллилуйя. Иди победа твоя. Боже, благословение идет, аминь. Рука Божья коснулась, сила Духа Святого коснулась от тебя. Это знак, что Бог исцеляет тебя, аминь. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа, кровью Агнца, аминь. Аллилуйя! Господи, дай, чтобы они были на глубоких водах твоих, аминь. Аллилуйя! 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 Чтобы все принадлежали для Царства Небесного, аминь. Аллилуйя! О, Иисус, притворись этих бичков в хорошую рыбу, аминь. Аллилуйя. Прекрасную рыбу, аминь. Аллилуйя. О, слава, слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Сила Иисуса Христа. Дух Святой. Дух Святой. Милость Господня, аминь. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Слава Богу, аминь. Господь. Я благодарю тебя за исцеление. Аминь. За массу исцеления, когда ты произвел это место. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала тебе, Господь. Ты пришел исцелять. Ты пришел миловать. Ты пришел благословлять. Аминь. Аллилуйя. Твоя рука полна благодати и силы. Тебе за все слава, хвала. Любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу сказать, исцеление ваше продолжается. Аминь. Аллилуйя. Ты будешь ехать в машине. Ты будешь ехать в автобусе. Ты будешь идти пешком. Исцеление твое продолжается. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Придешь домой, слава Господу за исцеление. Аминь. Я с всеми вами договариваюсь за одно важное дело. Аминь. Вы будете выходить сейчас в молитву дома. Вы должны забыть за свои болезни. Аминь. Аллилуйя. Вы будете тогда исцелены. Аминь. Аллилуйя. Сейчас новая сестра будет выходить, новый брат, новые будут выходить все. Нет болезни. Аминь. Аллилуйя. Вы должны с этого времени смотреть болезнь на Лохве. Аминь. Не в себе, а на Лохве. Он взял наши немощи. Он взял наши болезни. Раны мы ее исцелились. Аминь. Аллилуйя. Там твои болезни теперь. Аминь. Аллилуйя. Вознесенный туда на Лохву. Аминь. Слава Иисуса Христа! Слава Иисуса Христа! Слава Иисуса Христа! И я верю духа ли! Слава Иисуса Христа!
душа моя покойна. На земле чужой здесь странник я. Так томлюсь, не чужда радость мира. Песни мира не возьму густа. Без Иисуса все вокруг печально. Солнце свет не радует меня. Пустота вокруг покрыта мраком. Я спешу в небесные края. Боже мой, душа моя желает подойти к источнику воды. Жажду утолить, снять утомление, принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, трепет нам волнение душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного Отца. Он идет, как будто солнце сходит, оживляя всех своих лучах. Ликование торжество приносит, благовеет перед ним душа. Припаду груди Иисуса нежно, ноги обниму, смажу слезой, и без многих слов поймет меня он, и найду душе своей покой. Скажет сын мой, иди с миром. Я с тобой, не бойся, будь смелей. Укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. Скажет дочь моя родная, я с тобой, не бойся, будь смелей. Укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. Скажет друг мой, иди с миром. Я с тобой, не бойся, будь смелей. Укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей.